четверг, 28 мая, в Самарской области сохранится жаркая погода, ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 28, плюс 32, ночью 19-22, выше 0. В Сызрани малооблачно, днем плюс 32 градуса, ночью плюс 22. Ветер юго-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 30 градусов в дневное время, ночью 21 выше 0. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков, дневная температура 29 градусов тепла, ночью плюс 19. Ветер юго-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.